планшет с поддержкой двух сим-карт. На распаковке планшет Teclast T40 HD. В комплекте с ним идет блок питания, USB-кабель и документация. Планшет имеет тонкий металлический корпус серого цвета. Его толщина 7,7 мм. Экран диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2000 на 1200 пикселей изготовлен на базе IPS-матрицы. Расположение элементов стандартное. Кнопка блокировки и регулятор громкости вынесены на верхнюю грань. На правом торце находится порт для зарядки, мини-джек для подключения наушников и лоток для симки и карты памяти. Эта модель может работать с двумя сим-картами. Планшет поддерживает LTE, имеет встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS. С тыльной стороны корпуса блок камер со вспышкой. Разрешение основной камеры 13 мегапикселей. Для видеоконференции предусмотрена фронтальная камера на 8 мегапикселей. Теперь о производительности. В планшет установлен 8-ядерный процессор Unisoc T606. На борту 8 гигабайт оперативной памяти и 128 встроенной. Девайс работает на базе операционной системы Android 13 и может похвастаться хорошей автономностью. Емкость аккумулятора 7200 мАч. Что в итоге? Перед нами функциональный планшет с поддержкой двух сим-карт и емким аккумулятором. Неплохой вариант для работы, учебы и досуга.